начнется наш жертвенный пир со стиха, с благодарного слова за хлеб и за сон. За стеклянные эти 0,8 меха и за то, что презрел бригадную боль. Мы жили, подумайте-ка, погодя, с наступлением времени двигать назад. Мы плечами от стужи земной поводя воротимся в тобой, навещаемый ад. Но ежели так посидеть довелось, если я раздаю